Привет, друзья! Добро пожаловать в новое видео. Начинаю я свое видео с красивых кадров с Парижа. У нас был небольшой отпуск. Мы провели 2,5 дня в Париже. И также хочу поделиться с вами этой красотой. Привезли мы из Парижа подарочки. Дети выбрали каждый себе по подарку. Младшая выбрала машинку на пульте, старшая выбрала себе ролики, а малышу мы купили машинку, которую можно и самому вести, и потом, когда малыш подрастет, можно ее ножками толкаться, и она едет. Ну и также, конечно же, не могла я не зайти в какие-то бутики, прикупить сувенирчиков и какой-то одежды. Купила я в бутиках всякие статуэточки, сувенирчики. Также купила я себе очень красивый фартук. Вообще я не использую фартук на кухне, но он был такой красивый, как память. Возможно, в каком-то видео приготовки я смогу надеть его, но не знаю. Также в Париже я зашла в свой любимый магазин Цеунда. Там я купила платье такое красивое, очень нежное, очень воздушное. Детям шортики я взяла, малышу штанишки там были на скидке. Также нашла просто супер ароматизированную свечку. Она так приятно пахнет, так она мне сильно понравилась, что решила я и свечку с Парижа притащить. По цене Париж не отличается с Германией, я имею в виду магазины с одеждой. Цены примерно те же. Я посмотрела так, сравнила и думала, что ничего не буду покупать, просто посмотрю. Но оказалось, что довольно-таки приемлемые цены и даже много чего было на скидку. И единственное, что мне понравилось в этих магазинах больше всего, там очень много выбора одежды из платьев, у нас более спортивный стиль, ну а в магазине Цеунда в Париже было намного больше выбора таких женственных нарядов. За вот эти 2 пары штанишек я заплатила 6 евро, они были на скидку. Также я нашла вот такие сандалики миленькие в каком-то бутике за 10 евро. Они мне очень понравились, поэтому я купила. Конечно, можно было найти у нас здесь что-то подешевле, но они такие миленькие были. Не знаю, они мне так прям сразу понравились, и я их купила. Также в Цеунда я взяла вот такие тарелочки. Очень красивые. Пока я их не использую, поставила в шкафчик. Посмотрим, может, для какого-то завтрака, такого романтического, когда-то они пригодятся. А вот и фартук мой, который мне очень понравился. Такой, знаете, разноцветный. Очень много всего на нем есть. Ну, не знаю. Пусть будет на память.
Вот такие красивые часики также я нашла в бутике. Девчонки взяли себе кошелечки. Ну, старшая уже потеряла свой кошелечек, поэтому у нас остался всего лишь один уже. Комплекту с фартуком я взяла вот такую перчатку-прихватку. Ею, конечно же, я буду пользоваться. Ну а возвратясь домой, конечно же, я решила собрать уже наш пасхальный декор. Все вот эти светящиеся декорации я всегда вытаскиваю батареи, потому что отправляю я это в келлер, чтобы они не окислялись и не портилась вот эта система потом, да, чтобы я смогла снова на следующий год поставить новые батареи и все светилось, как и прежде. Также в коридоре на двери у нас висел веночек такой красивый, меняю я на летний домик, а в зале мне пришлось протереть даже пыль, потому что из-за телевизора у нас очень часто там и очень быстро садится пыль. У девчонок на шкафу были вот такие милые зайчишки. Также я их убираю и отправляю все в келлер. Далее покажу вам покупочки здесь местные с магазина. Наша младшая решила, что она больше не хочет машинку и хочет так же, как у сестры, ролики. Ролики в магазине не были нужного размера, я заказала их онлайн, но мы прикупили шлем и защиту для локтей, для коленок и также для ладоней. Здесь я нашла вот именно для ладоней, когда падают, чтобы не царапались ладони. И малышу купила пульт, телефон и ключи для машины. Это у нас проблема всегда в доме, потому что пульт, ему всегда нужен наш пульт от телевизора, ему всегда нужен наш телефон.
поэтому не знаю, смогу я его обмануть, нет, ну, посмотрим. Кстати, шлем дочка выбрала самый дорогой, вот не могла она выбрать там за 12 евро, за 15, она выбрала самый, 25 евро, кажется, он стоил, не знаю, не могла я ее уговорить на какой-то более простой. Видимо, единороги сейчас в тренде, и вот получилось так, что она уперлась, и вот только единорога хочу, и все. Далее мы зашли в магазин с одеждой, решили мы прикупить к лету немного одежды. Купили мы в H&M шортики, вот такие джинсовые, очень красивые, такие плотные. Для садика подойдут, потому что у них резиночка. Вообще джинсы они не любят, но так как здесь резиночка очень такая мягкая, податливая, то они сказали, что будут носить. В Нью-Йоркере, в магазине Нью-Йоркер я купила две вот такие футболки для себя. Одна бежевого цвета красивого и одна такая пудро-розовый цвет. Милая такая пчелка на ней была. Вообще девчонки выбрали эту футболку, они так просили: мама, купи, купи, она такая красивая. Ну и вот бежевая, принт Париж, но я взяла ее только из-за цвета, потому что у меня есть коричневые штаны, и она очень красиво с ними сочетается. По цене шортики стоили по 15 евро, 14,99. И футболки по цене также были где-то 5,99 и 4,99. Недорогие цены, прежние. В прошлом году я покупала футболки точно за такие же суммы. Поэтому на одежду у нас цены не поднялись пока что. Единственное, что мне показалось, что поднялись цены, это на джинсовые шорты. В прошлом году, мне кажется, я покупала по 10 евро они стоили, но в этом году вот 15 мы дали. Также купила я боди для малыша. Здесь комплект. В комплекте 5 штук, они все с коротким рукавом. В целом, да, я очень люблю одежду. Ткань там очень качественная, и принты довольно-таки неплохо держатся на одежде, даже после стирки, после сушки. Одежда не садится очень сильно. Также я купила малышу шортики, понравились мне вот такие вот две расцветки, очень милые. Люблю я шортики, штанишки с такими разными кармашками. Ткань очень приятная, мягкая, и вот я выбрала такое. Еще, конечно, я пойду докуплю на лето, но это такое было, знаете, начало покупок. За шортики я заплатила 5,99 за каждую пару. Но знаете, одежда малышей в любом магазине здесь в Германии намного дороже, чем одежда для взрослого. К примеру, для себя я покупала шорты по 5 евро. Также я купила вот такие штанишки, там комплект из 3 пар. Очень они мне понравились, также из-за карманов. Не знаю почему, но люблю я кармашки. Заплатила я за них 14,99 или 15,99. Ткань очень приятная, мягкая. Такой рифленый принт имеет эта ткань. 86-го размера я взяла, потому что малыш худенький. И на животике у него, если брать 92-й, то они очень большие и спадают. Поэтому я взяла 86. По длине они хорошие, и пусть будет 86. И для утра или вечера я взяла вот такую ветровку. Показалась она мне немного дорогой. 17,99 я за нее заплатила. Но так как другого не было ничего, я хотела именно вот такую ткань, то решила взять. Были расцветки там голубого цвета, красного цвета были. Ну, я вот такую желтенькую, красивую. Очень мне понравилась эта расцветка.
Также в этом магазине я купила девчонкам маечки. Когда одеваем тонкие свитерочки, то лучше всего одевать маечки под них. Не знаю, я так всегда делаю, одеваю маечки. 8,99 за них заплатила я. Качество также мне очень нравится в этом магазине и маечек. Они очень хорошего качества, не сжимаются после стирки, не желтеют. Девчонки выбрали себе вот такие сумочки такого красивого, приятного лилового цвета и вот такие панамки. Панамки, скорее всего, они их возьмут в садик, потому что обязательно нужно иметь что-то для того, чтобы прикрыть голову, когда солнце. Все это было на скидку. 4,99 или 5,99 сумочки стоили. Ну а шляпки у нас был купон, поэтому мы не заплатили 9,99, а 8,99. В общем, 1 евро или 2 у нас была скидка. Также вот они взяли себе вот такие юбочки. Здесь в комплекте были все три юбочки. По цене они были где-то 10, нет, 15 евро. 14,99 за них заплатила. Ну, они любят почему-то у меня юбки, поэтому взяли мы вот такие красивые расцветки. Очень летние, очень яркие. Ну и небольшой лайфхак, так как у сумочек очень длинный держатель, вот этот ремешок, чтобы не завязывать его, чтобы было видно, да, где-то вот сбоку, лучше всего вот такое отверстие там есть, засунуть шнурочек, померить, какой размер вам нужен, внутри сделать узелок, и там он в сумочке не виден. Ну и в магазине Lidl я купила малышу пижамку, штанишки и боди. Мне нравится в этом магазине одежда, она довольно-таки дешевая. Я всегда для дома покупаю в нем, потому что она не только дешевая, но еще и довольно-таки качественная. Вот эти штанишки, за них заплатила я 5,99, две пары. И за пижамку 4,99, а за боди тоже 4,99, кажется, не помню точно, но по сравнению с H&M, с C&A, цены намного дешевле. Также у меня есть старая пижамка от девчонок, я покупала ее в 2018 году, когда мы только переехали сюда, и она у меня до сих пор есть, и вот третий малыш уже в ней ходит. Сейчас я вам ее покажу далее в видео. Увидите, что она прошла очень много стирок, очень все очень много, и ничего с ней не случилось. На этом я буду с вами прощаться. Желаю вам всего самого наилучшего. Берегите себя и своих близких. До новой встречи и пока-пока.